Доброго вам времени суток. Сегодня у нас 7 сентября 2023 года. Идет у нас вот туда прямо это Волочаевская улица. Новая строящаяся эстакада железнодорожная. Вроде как идет реконструкция. Вот там уголочек здания видно. Это у нас дворец культуры завода «Серп и молот». Идет поезд. Вот будет новая станция. То, что это, я так понимаю, да, это перрон вот строится. И вот здания, которые были, в которых размещалось ГИБДД. Когда я снимал эти здания, тут еще вот был заборчик вот такой вот. Сейчас забор снят. И вроде как там прораб или кто-то, в общем, мужчина сказал, что эти здания будут сохранены как историческая ценность. Ну, видео вы можете посмотреть у меня на канале, там есть такое. Ну, здания вроде как действительно сохранены. Правда, они сейчас под разграбление ушли. Ну, видимо, у нас так принято периодически. Вот эти здания, там внутри уже стены расписаны. Тут стояли вагончики, когда строители разъехались. Ну, можете сами сравнить. Внутрь мы ходить не будем, конечно. Просто осмотрим вот эту вот территорию. Здесь вот был вход. Может быть, это видео будут смотреть инспектора, которые когда-то здесь работали. Вот эта пристройка такая уже современная была. Вход, ели. Все красиво, все как надо. Вон распитие. В общем, я не знаю, тут, может быть, строители так гуляли. В общем, кто-то здесь активно гулял. Забирали, мне кажется, практически все, что можно было. Там дежурная часть. Двери и все прочее здесь ликвидировано. Люди тут вот ездят, разворачиваются. В общем, все в таком духе. Вот здание, кстати, оно треснуто. С того края трещина. Внутри, соответственно, здесь вот расписано. Мемориальная табличка еще вот здесь на углу была, ее демонтировали. Она была погибшему на службе сотруднику ГАИ. Вот стена треснула, то есть, видите, окно поплыло. Такое состояние. Посмотрим, что будет. Спасибо большое за просмотр и до новых встреч!